Всем привет, ребята! Вы на канале 709, и с вами я, Дэн Профи. И как видите, я сегодня играю с шейдерами. И как вы поняли по названию. Кстати, у меня новый скин вот. Если вы видели в прошлых видео. Ну, первое видео, по-моему, было, в котором я с новым скином был. Это там, где я... Ну, делал маленький такой обзор на старую карту в Майнкрафте. Ну, не такую старую, но это самая первая. Сейчас я выдам себе эффект ночного зрения. Так, опа. О, спасибо, Пол. Ой, скелет. Так, давайте сейчас включим музыку и погнали. Мы находимся на карте там, где... Давай. Ну, так. Блин. Забираем быстро все из сундука, и этот меня скелет уже достал. Наконец-то. Извините, что так долго видео не выходили. Из-за того, видео не выходили из-за того, что у меня не было не было мысли, как бы. Ну, хорошей такой мысли, чтобы видео прям такое крутое получилось. Так, это невозможно. Давайте в креатив зайдем. Познали. Мы находимся на карте, там, где мы должны 50 испытаний сделать. Ну, это карта со всеми достижениями. Сейчас я уберу качество, нет, интерфейс, покачивание камеры. Вы не помните, где находится графика? Вот, смотрите, прозрачность. Так, все. Ладно. Не обращаем внимания. Выживание. Первая задача — приготовить курицу. Но у нас курицы нет. Так, скелет. Ты надоел мне уже. Броньку я не хочу надевать. Ты надоел. Давайте сделаем вот так. Да сколько можно? Мне надоело эффект выдавать. Давайте возьму меч. Не, ну поскольку это нереально. Даже надоело. Получай, 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 получай. Бежим. Так,
что такое? Давайте я вот это все скопирую. Зачем так много тут пауков? Это реально проходить невозможно. Реально просто невозможно проходить, если столько пауков. Так. Или давайте выдадим себе эффект. Понимаю, это читер нам. Но... Ой. Survival. А что это работает и на... Успел. Да, реально эта команда работает. Пробуйте команду эту. Она очень крутая, так какая тут сложность нормальная. Наша задача добыть как можно больше нитки. И приготовить курицу. Ну хотя какая тут курица? Вот давайте нитки добудем. Так, что-то пристал ко мне. Нитки нам, по-моему, еще пригодятся. В каком-то из заданий. Но это первое задание, нам надо приготовить 32 курицы. Но откуда тут курица? Они что, бесконечно спавнятся? Ладно, я вот не знаю. Но пошлите дальше. Кстати, уголь. Так, кто тут еще? Ты... А, так у нас же есть. Вот немножечко. Ты ищи. Откуда ты? У них там спавни. Да, у них там спавни. Все. Давайте дальше проходить, что ли. Ну, для начала убьем их. Хотя не надо, а то потом всю карту сломаю. Я думаю, что их так много, откуда они лезут? А как оказалось, они просто... Просто они спавнятся. Думаю, да сколько их можно там спавнить? Остановитесь! У них где-то еще там спавнят, что ли? Не должно уже их быть. Валим. Давайте железо добудем с угольком. Но для начала... А, вот. Вот. Уголек и железо. Да. Ты от меня отстанешь. Еще. Вот что тут спавнеры. Походу, да.
сюда. Сколько можно? Они там, походу, бесконечны. Наверное, точно бесконечные. Давайте прокопаемся дальше. Ой, это эндермиты. Блин. А, так они мне ничего не сделают. По идее, они должны с первого раза. Их что, даже меч не берет? Ой, зачем шерсть вдруг нужна? Да перестаньте бить уже. Извините, что ломаю карту, но у них тут спамнер. Да что ж такое? Да что ж такое? О, нет. О. Идея. Так, держите. Держите свою лаву. Они не реагируют никак на лаву. Тут еще и фантомы. Наконец-то. Хоть добуду спокойно. О, кстати. Я до сих пор не добыл камень. Извините, что 4, но реально эту карту сложно проходить. Эх, да, сложно. А давайте сразу я возьму кирку себе, чтоб ваше время не тратить. В конце вот это все переплавим. Легкую сложность так ставим. Вы отстанете от меня. А теперь куда идти? Сюда. Так. Ой. Опа. Успокойтесь. Наконец-то. Алмазы. Видели, что я сделал? Я думал, я копаю. Я копаю, думал, алмаз. Ой, не каменной киркой, а железный, а как оказалось? Что за? Ах ты ж ведь. А мне, если честно, все равно. Они вроде как не сильно бьют. Так, вы не помните, как крафтится? Мне кажется, ли нам надо добыть это у нас. Короче, будем просто не выполнять задания, а просто добывать то, что надо. Ну, как бы, тем более непонятно, как.
как, где. Вот так будет по правилам. Я в подварсе. Мы одну, кстати, одну крипер взорвал, поэтому нам на вот так. Давайте я сделаю так. Я вот себя потише сделал. Ну, у вас изменений нету. А вот крипер нет. Не успел. А вот эти успели взорвать. Но я... Оп, спасибо. И что ты мне сделаешь? Взрывайся. Меж все равно. Стоп. Так, успокойся. Да вы достали. Я в шоке, прям карту он сломал. Крипер. А, это блоки фальшивые. Понял, это блоки с монстрами. Что-то типа того. Стоп. Ладно. Крипера. Зовем. А где крипер? Криперов нету. У них что, спавнеры сломались? Ладно. Допустим. Уйди. О, нет. Бежим. Так, на быстренько. На ихнее отвлекание, пока они там отвлекаются, быстро застраиваемся. Отлично. Теперь погнали. Строй. Взорви. Все. Взорвись уже. Так, бежим. Тут просто безумие. Какой-то творится. Так, где криперы все? А, я тут был. В смысле, а, я тут был. И там был. Everybody gets the blow, now it's a
тут был, а тут нет. Значит, идемте дальше. Вау! Что? Тут куча пауков. Короче говоря. О, алмазы. Нормально. Ай, это последний 50-й левел. Я понял, это последний 50-й левел. Как так быстро? Мы не могли так. Сколько можно? Давайте посмотрим хотя бы, что тут. Узнаете музыку? Я вот да. Мы тут были? Давайте посмотрим. Везде ли мы были? Да, ребят. Мы так быстро. Да, мы почти все уровни, кроме снежного. А в снежном только мишки. Мы в ледяном только не были. В каменном мы были. Так что давайте сойдем. Эх. Сразимся. Золото. Стоп, что? Я кирку свою потерял. Теперь можно и с снежками поиграться. Так что, ребята, кому понравилось видео, извините, что, во-первых, я так прошел. Да что они никак не умирают? Да сколько можно вас? Наконец. Так что, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Так, что ж такое? Всем пока.
И не забывайте подписываться. Вот. Всем пока. Пока. Ждите все новые. Ждите новые видео на канале. К сожалению, сегодня топ комментариев не было. А я убираю эффект. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Не буду задерживать. Всем пока.